Писателю Леониду Соболеву исполнилось 70 лет. В Кремле председатель Президиума Верховного Совета СССР Подгорный вручил писателю золотую звезду Героя социалистического труда и орден Ленина за выдающиеся заслуги в развитии советской литературы и плодотворную общественную деятельность. В Центральном доме Советской Армии состоялся вечер, посвященный 70-летию Леонида Соболева, художника мужественной правды, военного моряка, депутата Верховного Совета СССР. Писатель Николай Тихонов поздравил юбиляра. От правительства Российской Федерации писателя приветствует заместитель председателя Совета Министров РСФСР Кочемасов. Сердечно поздравил Леонида Соболева секретарь правления Союза писателей СССР Сартаков. На вечере были посланцы многих братских литератур. Долгая дружба связывает Соболева с писателями национальных республик. Своего боевого друга поздравляют военные моряки. «Долг советского писателя, — сказал Леонид Соболев, — верно служить родине, партии, народу».